Ну, мероприятие, конечно же, очень серьезное. Всего выступает 116 спортсменов из 34 разных стран. Выступают как и страны с высоким уровнем фигурного катания, это Америка, Россия, Канада, Япония, Китай, так и довольно-таки экзотичные страны, как Тайпей и Филиппины. Но я надеюсь, что наши спортсмены подготовились хорошо, на уровень своих возможностей. Будем, конечно, за них болеть и будем ждать, что соревнование пройдет удачно. И еще раз напоминаю, что вход совершенно бесплатный, поэтому мы ждем всех. У нас 5800 мест на трибунах, поэтому места действительно хватит всем. И с четверга по субботу ждем вас. Приходите в любое время, вы всегда застанете соревнования, так как они проходят с 11 утра до практически 10 вечера. Ну, сегодня был главный секретарь фигурного катания, это Гуннар Куре, наш президент Эдгар Сависар. Я была, представляла наш каток, и все наши спортсмены, которые выступают на этой неделе, у нас от Эстонии представляют три танцевальные пары, три девочки-одиночники и три мальчика-одиночника. Шансы есть всегда, и надежда есть у каждого. Это спорт, нужно работать и показывать свои лучшие результаты. И надеемся, что на сегодняшний день наши спортсмены уже готовы для показания самых высоких результатов. И, конечно же, их карьера только начинается. Они все очень молодые, 14-15 лет, поэтому у них все впереди. И я надеюсь, что они еще будут радовать нас не один год.